данном видеообзоре мы рассмотрим мышь фирмы Detach модели DE7060W. Это беспроводная мышь, предназначенная для пользователей ноутбуков. В комплект входит радиоприемник и батарейка. Тип датчика – Newest Optical Technology. Интерфейс подключения радиоприемника – USB. Оптическое разрешение мыши составляет 1000 dpi. На нижней части корпуса мыши расположились кнопка «Включить-выключить питание мыши», а также место для батареек под крышечкой и радиоприемника. Мышь не имеет большого изобилия расцветок, их две – черная с красными вставками и белая с зелеными вставками. Дизайн мыши выполнен в симметричном стиле и отлично подойдет как для правой, так и для левой руки. Наноресивер настолько мал и неприметен, что его можно подключить в разъем USB и забыть о его существовании и больше не волноваться по поводу телеприемника. Радиус действия до 10 метров. Общее количество клавиш – 3 и колесо прокрутки. Питание мыши от одной батарейки типа 2А. Вы непременно оцените комфорт и удобство этой компактной мыши, удобно лежащей в руке благодаря специальной форме корпуса и плавным прорезиненным колесом прокрутки. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.